Всем привет! Хочу рассказать о предстоящих задуманных мною тестах, тесты ножей, эргономики ножей, режущие свойства ножей. Сделать такой анонс, рассказать, что я задумал, и поделиться этим. Вот, значит, я задумал такой момент, я буду вырезать деревяшку, но вырезать я буду ее не просто, скорее это будет не строгание деревяшки, а это будет скорее резьба по дереву. Вот, я буду пытаться из доски вырезать всякие ножички, сабли, там, пистолетики, что-нибудь такое. Ну, то есть, какую-нибудь поделку. Вот. И в этом вырезании максимально как бы нож проявит себя, эргономика. Потому что, если взять обычное строгание деревяшки, мы берем, значит, деревяшку и строгаем ее как бы силовое строгание. То есть, ставим палец так или так и просто пытаемся перегрызть, да, ее. А в этом тесте я планирую делать вот такого типа. Это уже видно грязный, заезженный уже такой ножик деревянный, с которым играется мой пацан. Вот. И здесь мы будем резать и от себя, и на себя, и какие-то детали вырезать. Это, конечно, простой вариант, я буду стараться более сложные там моменты вырезать. И крутить, и вертеть будем. То есть здесь в руках нож мы держим под разными углами. И в итоге можно максимально понять, что представляет себя ножик, эргономику. То есть мы помучаем этот нож капитально. Ну, я не знаю, или нож, или руку. Вот. Тестировать я буду все ножи, большие, маленькие, средние, вот такие колючие, резучие, то есть посмотрим на все ножи, как они себя ведут, как ведет себя рука после работы с ножами. Вот, резать я буду деревяшку тоже непростую, то есть я сначала купил сосну обычную, но она оказалась мягкая и как бы не очень интересно, то есть как вата, режет легко. И после этого я подыскал такую бушную старую доску, которая используется для поддонов, там, на которой кирпичи, стройматериал какой-то ставится. В них используется обычно крепкий материал, это, например, береза, может быть, осина. И, соответственно, она грязная. Здесь есть примеси пыли, песка, может, земля. И таким образом мы еще понаблюдаем за режущей кромкой, как поведет себя режущая кромка, когда мы будем пытаться вырезать что-то из такой грязной доски. Ну, не сильно грязная, но так. Немножко грязная. Вот. Откуда взялся этот тест? Как и любой другой любитель ножей. Выходя на улицу, я с собой, естественно, беру какой-то из ножиков. Там сижу, играюсь. И кто-то из детворы, там, из мальчика, заметил ножичек. Попросил что-то вырезать. Естественно, я не отказался. Вырезал. Вот. Это было, по-моему, ружье или там пистолет. Притащил грязную деревяшку. Вот, и, естественно, там все дети там начали потихоньку подтягиваться, там и мне, траля-ля, и вот уже не одну неделю, скажем так, периодически подбегают, что-то просят вырезать, и вот таким вот образом я понаблюдал, что этот тест реально напрягает руку, вот, реально показывает, на что способна эргономика и режущие свойства клинка. Вот, например, я как-то вышел с этим ножом, вроде он сидит в руке удобно, в принципе, проблем не доставляет, и чтобы он натер мозоль, как бы я даже не думал, что это возможно. И вот вырезав 2-3 поделки этим ножом, я получил такую потертость, то есть мозоль, и даже отошла кожа. Вот. И если такой удобный ножичек творит такие чудеса, мне интересно посмотреть, как будет вести себя ножи другие. Вот. Значит, целиться я буду как бы эталоном, скажем, этой работы, этого теста будет этот вот Griptilian, потому что я порезал, успел уже прилично порезать заготовок, скажем так, игрушек сделал детворе, и из всех ножей вот этот вот нож показался с лучшей стороны, то есть он очень удобный был, на удивление, я даже не ожидал, что так приятно будет работать этим ножом, вот, не наминал руку, никаких мозолей, то есть работаешь легко, то есть сколько надо, столько и порежем, и естественно все ножи будут сравнивать с этим, что-то лучше, что-то хуже, и там видно будет что да как. Вот, ну вот такая резкая презентация предстоящих роликов. Надеюсь, будет интересно наблюдать что да как. Если есть какие-то пожелания, там предпочтения можно оставлять в комментах. Вот, и первым ножом, такое сразу вступление, анонс, почему здесь Kershaw. Первым ножом, который я хочу потестировать, будет вот этот Kershaw Free Fall. Это нож, который я купил уже прилично давно и никак не смог попользоваться. Там были обстоятельства, которые я расскажу уже в самом тесте. И, в принципе, как по ощущениям, очень удобный и эргономичный нож. Но как он поведет себя, я еще ничего не резал. Я даже не представляю, как он себя поведет.
на деревяхе при такой работе. И вот этот нож я хочу первым потестировать. И там дальше уже видно будет, что за тест, как он так интересный, неинтересный. То есть будем наблюдать. Ну, на этом, наверное, короткий такой анонс окончен. Спасибо за внимание. Надеюсь, всем будет интересно. Всем удачи, всем пока.